Ремонт участка дороги Сургут-Салехард от границы с ХМАУ мимо Карамовского поста ДПС и дальше в сторону Муравленко под большим вопросом. И это при том, что работы здесь начнутся этим летом, надежда была. Ведь это единственная дорога, которая соединяет Ямал с Большой землей. Полотно здесь просело во многих местах и требует даже не капитального ремонта, а полной реконструкции. От чего это зависит и сколько времени потребуется на ее осуществление в материале и Ирины Потехиной. Дорога Сургут-Салехард окружного значения и находится в ведении ноябрьского филиала дорожной дирекции. Вообще, в юрисдикции этого ведомства порядка 600 километров серой асфальтной ленты. Это, конечно, и значительная часть главной Ямальской трассы от границы с Ханты-Мансийским округом до конечной точки Пуровского района, и множество второстепенных дорог, и даже нитка, соединяющая Ноябрьск с самым дальним Вангапуровским микрорайоном. Похвастаться автобанами наш округ не может, но первые 20 с небольшим ямальских километров в этом году планировалось реконструировать и присвоить участку вторую категорию. Для сравнения, в ХМАУ дороги, на которые мы сегодня равняемся, имеют третью категорию. А вторая – это, простыми словами, такое же ровное качественное полотно, но значительно шире, более чем на метр. В общем, мечта, а не дорога. Граница Янао-Губкинский, конечно, это один из самых первоочередных объектов, потому что это все-таки ворота в наш округ. Это показатель благосостояния и уровня развития нашего округа, реконструкция данного участка. Мы планировали начать этот объект к концу текущего года. Если вопрос финансирования будет решен положительно, этот проект будет реализован. Между тем, при реконструкции загородных дорог речь идет не о десятках и даже не о сотнях миллионов рублей. 21 километр трассы Сургут-Салехард бюджету округа обойдется в 2-2,5 миллиарда рублей. Ведь реконструкция – это практически строительство новой дороги. Если делать просто ремонт полотна, выходит значительно дешевле. Но ситуацию на слабых участках такая работа спасет лишь на короткое время и уж точно не позволит нам ездить по дорогам мечты. А ведь 21 век наступил. В среднем стоимость ремонта, опять же я говорю это про загородные дороги, порядка 20-25 миллионов за один километр. Стоимость реконструкции в разы больше, это порядка 100-120 миллионов за один километр. Ну, тут опять же повторюсь, что очень несопоставимый состав работ, при реконструкции эта дорога практически с нуля. Кстати, такая фантастическая стоимость дороги имеет совершенно обыденное и даже банальное объяснение. Цены на дорожные материалы в несколько раз увеличивает их доставка. Как правило, это железнодорожная перевозка. Мы должны учитывать, что в нашем регионе отсутствуют прежде всего карьеры щебня. А это, понятно, и влияет и на стоимость асфальтобетона, и на стоимость основного покрытия. Главная проблема в этом. Между тем, проект реконструкции участка дороги Сургут-Салехард разработан еще в 2011 году. На его реализацию при благоприятных погодных условиях потребуется 2 года, точнее 2 северных лета. И если начать работы в 2013, то в 2015 в отпуск мы отправимся по дороге мечте. Ирина Потехина, Виталий Харченко, Анатолий Присич. Новости нашего города. Ну а где точно улучшится качество дорожного полотна в этом году, так это 14-километровый участок трассы Сургут-Салехард с 364 по 379 километр. Находится этот участок между городами Муравленко и Губкинский. И здесь уже полным ходом идет реконструкция трассы. К 1 сентября тюменская подрядная организация должна закончить асфальтобетонные работы, а к 1 октября завершить благоустройство дороги и запустить в эксплуатацию. Интересно, что на этом участке впервые применяются новые для Ямала технологии. В составе реконструкции будут выполнены несколько типов разных дорожной одежды. То есть есть 4 километра, где устраивается покрытие с применением пеноплекса. Это новый для нашего региона материал, который, в принципе, во всем мире достаточно эффективно используется именно в северных условиях. Этот материал будет уложен в основание дорожной одежды на участках самых значительных просадок. Потом более 4 километров будет выполнена разборка существующей дорожной одежды с заменой дорожной одежды. И оставшаяся протяженность – это будет восстановление существующего дорожного покрытия. Еще один крупный дорожный объект окружного значения, где уже идут работы – это строительство моста в Таркасале через реку Пяку-Пу.